Она нагревается, вот эта вода, капитально. Хорошо. И потом получается, проливаешь все теплой уже водой. Так холодной, если полить, они хуже растения. А это хорошо. Вот трубопровод из полиэтиленовых труб. Он уже где-то лет 6, наверное. И все это время работает. Зимой воду мы не сливаем, она остается. И трубы не разрывает. Вот 6 лет они работают нормально. И вся система сделана, весь полив сделан. И вот от той бочки, бочка там, от той бочки туда идут трубы и на теплицы сюда. И теплой водой поливается все то место, где цветы там у них, все это поливается. Вот это вот. А это будет закапываться на 40 сантиметров в землю, чтобы не повредить лопатой потом, когда копать, не повредить. Они где-то на 40, на 50 вот так закопаны. Ну им ничего не делается практически этим трубам. Стальные бы лопнули, конечно. Она не рвется. Вот если стальной патрубок поставишь, стальной патрубок рвется, а труба не лопается. Она, видать, свойство имеет расширяться, сужаться, я так думаю. В течение 6 лет вот эти трубы лежат. От этой бочки все соединено, и все коммуникации разведены. Сюда, значит, вот все полив происходит, и туда, до бани. В бане тоже эти же трубы лежат.